Всем привет! В декабре вышло очередное обновление премьера, там вышло много всяких минорных функций, сейчас мы с ними разберемся. Также вышло обновление After Effects, но там по большому счету, даже по малому счету, ничего нету, поэтому там рассказывать нечего. Почему-то в премьере всяких прикольных фишек вышло гораздо больше, чем в After Effects. Но, с другой стороны, оно и понятно, потому что After Effects сейчас развивается в основном э, за счет сторонних плагинов, которые расширяют его функционал. Сам он по себе, наверное, уже совершенен, поэтому его ничего в него не добавляют. Лишь развиваются сторонние плагины, которые позволяют в After Effects делать то, для чего он в принципе не предназначен. Но мы говорим о премьере, поэтому давайте разберемся с тем, что в нем появилось. Значит, первое. Как всегда развивают работы с процессорами M1. И я думаю, это еще будет долго сопровождать вот эта надпись, что мы что-то там сделали с M1. Теперь он будет еще лучше, еще удобней. Но для меня наиболее интересной фичей появилась как раз панель Graphic and Titles. Потому что раньше она, ну, так не называлась. Смотрите, в чем э, фишка, точнее, ее не было просто. Сейчас я верну панель Essential Graphics, и вот здесь вот появилась еще панель под названием. В панели текст, текст, появился еще панель графикс. То есть вот это новая панель, которую они развивают, и которая появилась относительно недавно, когда они начали, начали развивать субтитры, потом появился транскрипт, а сейчас появилась еще закладка графикс. Что она делает? Она позволяет увидеть все титры, которые есть у вас в программе, в одной панели, и позволяет быстро редактировать их, как титры, так и текстовые поля в них. В том числе, неважно, будь это титры, сделанные в премьере, будь это титры, сделанные в After Effects, будь это Mogr-темплейты, все они, все, что содержит текст, будет появляться вот в этой вот панели, и отсюда это можно редактировать. Что, конечно, гораздо удобнее, чем искать их по всей программе. И вот, соответственно, я кликаю, мы перемещаем с на этот титр. Дальше мы здесь видим тайм-код, где он находится, мы видим сам текст, который мы можем исправить, и у нас есть поиск по этому титру. Это позволяет нам массово редактировать титры, например. Где-то опечатка, мы быстренько ее нашли, вот здесь вот не листая всю программу, а просматривая одну панель. Это очень удобно, на мой взгляд. Дальше дополнительная штука, которая появилась, Чуть-чуть изменился текстовый движок, потому что у него появилась возможность написания текста справа налево. Мы, условно говоря, европейцы, мы немножко зашорены в своем восприятии текста, и мы, нам кажется, что во всем мире пишут справа налево, слева направо. Но на самом деле это не так, потому что есть большая часть арабского мира, где пишут справа налево. И, собственно, навстречу им появилась такая возможность в премьере. Вот за это отвечает вот этот вот значочек. То есть сейчас мы печатаем вот здесь вот слева направо, а если я включаю вот так вот, то мы печатаем справа налево. Но эта функция, соответственно, работает только с языками, которые поддерживают написание справа налево. Поэтому вы можете использовать эту функцию с арабской газетой. Конечно, нам это вообще не актуально, но в принципе, конечно, для каких-то рынков это прям вещь важная оговорка есть. могут темплейты, которые сделаны без учета этой функции, то, или до внедрения этой функции, конечно, не смогут э -э ее повторить. Также появилась дополнительная фича с шейпами. Во-первых, появились звездчатые шейпы. Был раньше вот здесь вот по инструменту вот это вот рисование шейпа был только квадратный и овальный. Сейчас появился полигон, тул, то есть и он выглядит вот так вот треугольник, то есть почему треугольник? Мы этот треугольник можем превратить в фигуру с любым количеством граней. Для этого нужно пойти в его настройки в Essential Graphics, вот здесь Shape, и вот здесь мы можем задавать количество вершин. То есть, вот восьмиугольник, вот э, там, десятиугольник, вот э, пятиугольник. Также появилась такая штука, как э, вот этот вот закругление концов. Сейчас я вот вытягиваю его и видите, у нас в моем пятиугольнике Углы закругляются. Точно так же, как и у прямоугольника. Сейчас я выделю прямоугольник. Тоже могу ему сделать закругленные концы. Скажем так. Интересно, а у Freeform Bezier, у свободной формы я могу такое делать? Если я создал шейп, закрытый, то у него не могу. Странно, почему они здесь не додумались это сделать. Здесь у нас есть только вращение. И все. Надо им написать, может быть, в следующий раз поправят. Так, следующий момент, который у нас появился: Pen Tool Improvements. Он позволяет рисовать линии с прямыми углами и с углом 45 градусов. Это тоже логика идет из After Effects а и из. Ну, 74D тоже такая же логика. Мы добавляем Shift. Допустим, клик. Первая точка. И вот видите, вторую точку, я где мы здесь кликаю. Но он рисует прямую. Если я где-то вот здесь кликаю. Он рисует 45 градусов. Вот этот угол 45 градусов. Ну-ка, сейчас как он пойдет? Прямой угол. Так вот. А. Прямой. 45. Ну и замкнули, собственно. Вот. С нажатым Shift у нас линия ведется не в ту точку, а в, под углом 45, либо же 90 градусов. Дальше приколюхи. Upgrade Legacy Titles on Opening Projects. Это такое повторение того, что уже было. Simpler Text Navigation я уже сказал. Появилась еще одна кнопочка на вот этом вот окне. Вот эта вот кнопочка Gang Source and Program. Она связывает исходник и проигрывание. Не знаю, почему это реализован так, но если мы откроем исходник и свяжем Оно очень странно как-то показывает в принципе он должен показывать тот же кадр что и в этом окне но мы видим что он не показывает поэтому раньше была эта функция была и она касалась референсного монитора и она связывала вот кадры здесь вот здесь корректно все почему в окне source такая фигня происходит я пока не могу сказать в принципе он должен показывать тот же кадр что и под плейхедом. Но мы видим, что в референсном окне он показывает все правильно, а здесь неправильно. В общем, будем ожидать обновлений, чтобы они это все пофиксили, потому что, конечно, так нелье поработать. Значит, дальше какая еще штука у нас появилась? В мультикамерных секвенциях у них было, показывалось вот здесь вот в thumbnail view, только верхняя камера. Сейчас мы можем выбрать это окошко и также клавишами как мы переключаем камеру на таймлайне, так можем клавиш 1, 2, 3, 4 смотреть какие камеры есть в окошке здесь, и сделать их фамнейлом всей мультикамерной секвенции. Тоже такой маленький плюс. Дальше есть еще, еще одну функцию добавили, связанную с постер-фреймами. Что такое постер-фрейм, наверное, теперь надо объяснить. Вот здесь у нас, хотя я беру камеру 1, какой-то кадр выбран шапочным, то есть который показывается в любой момент. Не когда мы наводим мышкой, а в любой момент. Это называется постер-фрейм. Мы можем выбрать любой отсюда. Правой кнопкой. И здесь есть функция Set Poster Frame. Теперь вот этот кадр, который я выбрал, будет здесь, когда я не навожу мышкой. Собственно, в клавиатуре появилась горячая клавиша, которая позволяет пролистывать этот постер фрейм с клавиатуры. 10 кадров вперед, 10 кадров назад. Не знаю, не бог весь какая фича, но сделали, надо сказать. Насчет просмотра мультикамеры, у них в том числе заявлено, но не реализовано, у них так бывает, они сначала рапортуют о том, что они сделали, но по факту они еще не сделали. Вот такое вот отображение мультикамеры появилось, то есть Выбираем один клип, и у нас сразу тут все четыре камеры показываются в режиме просмотра Freeform View. Вот здесь вот. Но по факту пока еще этого нет. На скринах у них есть, в реальности еще нет. Дальше, дальше, как я уже говорил, они все настраивают под процессор M1, 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 M1. Опять же, улучшили проигрывание, color match и прочие, в общем, улучшение улучшений. Вот. По э, интерфейсным штукам это пока все. Э, точнее, не пока, а вообще все. Обычная функция трек ремикса, которую они, они уже реализовали в бетке, еще в э, основную версию не перешла. Видимо, еще не готова. И больше новых функций в бете пока нет. Вот на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, лайкайте и вообще поддерживайте наш канал. Он теперь наш. Мы вместе с вами. Все, всем пока.